Для кадзари ролл хризантема вам понадобится листья нори, рис, икра тобико, огурцы. Подготавливаем цветок из роллов. Рис для суши нужно окрасить, добавив в него икру любого оттенка. На коврик положите четверть листа нори, выложите на него окрашенный рис, оставляя пустую полоску нори, и сверните мини-ролл. Повторить процедуру 5 раз, чтобы получилось 5 маленьких роллов. Для середины цветка нарежьте огурец полосками. На коврик положите лист нори, распределите на него рис равномерным слоем, оставляя свободную полоску нори. Выложите на рис сформированный цветок, скрутите ролл. Смоченным водой ножом разрежьте на 5 частей.